О дорожной обстановке на время паводка оренбуржцы смогут узнать при помощи интерактивной карты. Информация о закрытых мостах будет отображаться здесь в режиме реального времени. На карте слева имеется пояснение, каким цветом отмечены дороги, по которым можно двигаться, и те, которые закрыты для проезда. Здесь же название городов и сел, в районе которых могут возникнуть затруднения. Как сообщают в областном ГИБДД, карта будет постоянно обновляться, так что прежде чем совершить длительную поездку, на нее стоит взглянуть, чтобы не попасть на затопленную дорогу или закрытый для движения мост. Ну вот, кстати, паводок в этом году ожидается выше средних значений. Вскрытие Урала вблизи Оренбурга синоптики прогнозируют на 30 марта, а Сакмары у татарской Каргалы уже на 28. Правда, даты могут корректироваться из-за резких изменений погоды.